Шалом уврахха, ани Эйтан Шишков, ве? Здравствуйте, мир и благословение, я Эйтан Шишков и Александр Кавнатор. Йофи. Аз анахну роцим להתחיל להביא לכם סדרה על החגים של התנ"ך. Мы хотим представить вашему вниманию цикл о праздниках библейских. ומפני שאנחנו נכנסים עכשיו לחגים של סתיו, אז אנחנו נתרכז על החגים האלה. И в связи с тем, что мы сейчас входим в период осенних праздников, мы сконцентрируемся именно на них. אבל לפני שנדבר על יום תרועה, יום הכיפורים וסוכות, но перед тем, как мы будем говорить о дне трубного звука, день искупления и праздника кущей, בוא נכין את ליבנו. Давайте приготовим наши сердца. אז הייתי רוצה להקדים את הסדרה הזאת עם שיעור על מכל הלב. Я бы хотел предварить этот цикл уроком, который называется «От всего сердца». אנחנו יודעים שבכל פעילות בחיים זה דורש מאמץ. Мы знаем, что в каждом действии требуется какое-то усилие. ואם מישהו רק נותן חצי לב, אז בדרך כלל זה לא מצליח. И когда кто-то делает что-то наполовину сердца, как правило, это не получается. Ло мишенеем зе спорт, о колноа, о эсек, аз мишу шу ло ло коках эхпат ло, у ло мацлиях, у ло мекабел эта прас. И неважно, это спорт, это кино или предприятие, он не достигает результата, он не получает приза. Взе мамаш... ממש מתאים כפי כתבי הקודש. Это в согласии со священными писаниями. לדוגמה, בפרק הכי ארוך בכל התנ"ך, תהילים 119. Например, в самом длинной главе Библии, 118-м псалме. יש הרבה פסוקים כאשר הסופר אומר, בכל ליבי דרשתיך. Очень много похожих высказываний «От всего сердца я искал тебя». Боже, я хочу тебя со всего своего сердца. Я ищу тебя. Я взываю тебя от всего сердца. ואנחנו גם קוראים, גם בתנ"ך, גם בברית החדשה, על דוד. И мы также читаем в Новом и Ветхом Завете о Давиде. ואני אוהב את מה שאלוהים אומר פה. И мне нравится, что Бог говорит здесь. חיפשתי בן אדם שהוא יעשה את כל חפצי. И я искал человека, который сделает все, что мне будет угодно. וגם כתוב בשמואל א', שאלוהים חיפש איש כלבבו. В первой книге царств написано, что Бог искал человека по своему сердцу. אז קודם כל זאת אומרת שיש לאלוהים לב. И это значит прежде всего, что у Бога есть сердце. ואולי זה לא נשמע כגילוי חדש. И может это не слышится как новое что-то откровение. אבל תן לי לדבר על עצמי, אני לא חושב כל הזמן על הלב של אלוהים. Но я говорю о себе, я не думаю все время о Божьем сердце. אני קורא את הספר שלו. Я читаю его книгу. שבדרך כלל בן אדם כותב ספר מהשכל. Обычно человек пишет книгу из своего интеллекта. וזה בסדר, אלוהים נוגע ומדבר אל השכל שלנו. И это уместно, Бог говорит нам и использует мозг. אבל בגדול זה ספר של הלב ומליבו של אלוהים. Но в главном это книга от Божьего сердца. Вине есть дугма классит. И вот есть классический пример. Меха пешел Иешуа отцмо. Из уст самого Господа Иешуа. Ше бабрита хадаша б сейфа Матай. Итак, в Новый Завет, Евангелие от Матфея. Перек каф бет, 22. 22 глава. Мей пасук 37. С 37 стиха. Эшив ло Иешуа, ваахавта את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זאת המצווה הגדולה והראשונה, השנייה דומה לה, ואהבת לרעיך כמוך. בשתי מצוות אלה תלויה כל התורה והנביאים.
Матфея 22:37. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами», — ответил Иешуа. Вот первая величайшая заповедь. И вторая такая же — «Люби ближнего, как самого себя». Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях. Каха Иешуа ана лемишу шешаал ото маха мицва ахи хашува вегдола. А таким способом Иешуа ответил человеку, который спрашивал, какая самая главная заповедь в законе. Аз мазот а чува хапшута азот. И что обозначает этот простой ответ? Иешуа амар шней дворим. Иешуа ответил две вещи. Эхат лехов эт элохим микол акиюм шелар, микол алев. Во-первых, любить Бога всем своим существом, всем своим сердцем. Что значит, что рош варишона, а яхасим шелану им Элохим, за ло баме а рош. Это значит, что наши отношения с Богом идут не из головы. За баме а лев. Но и приходят из сердца. За баме а нефеш. От души. За кен, они махлит. Да, я решаю. Они мечтамеш берацон шели. Я использую свое желание. Они решение. А махшевот шели му уравот. Мои мысли задействованы в этом. А вас за меомек хаяй. Но это из глубины моей жизни, естества. Ве гам ху омер лехов эт реэха кмоха. Но и также он добавляет любить ближнего как самого себя. Вот пам медубар ала хава. И снова говорится о любви. Что за гаминьяна лев? Что это тоже сердечный вопрос. Ве он умер бесов машу маод меньян вехазак. И в конце он добавляет что-то интересное и сильное. Беште мицвот эле тлуя кол хатора веневиим. Вся Тора и пророки стоят на этих двух заповедях. Аз им они роце литалех кфи адерех шел элоим. Итак, если я хочу идти Божьим путем, аз элей хамитцвот шезе алай ласим лев алехем. Вот эти две заповеди, на которых я должен очень сильно обратить внимание. Еш безе машу шетофес ути. Ласим лев. Есть в этом нечто, что очень захватывает меня. Слово «обратить внимание» на иврите «положить сердце». Нахон, что есть арбе митцвот бе... בכל התנ"ך, כולל ברית החדשה. יש מסה זפוידי בביבלי, включая Новый Завет. Элоим מסביר לנו בפירוט איך לחיות. Бог очень подробно нам объясняет, как жить. מה אוהב, מה הוא שונא. Что ему нравится, что он ненавидит. מה טוב, מה לא טוב. Что хорошо, что плохо. А тоцаот шел аброхот, а тоцаот шел аклалот. Результаты благословения, результаты проклятий. Авал, אני אישי, אני אוהב פשטות. Но лично мне нравится все просто. וזה מאוד עוזר לי לשקול בחיים מה חשוב, מה מוצא חן בעיניו. И это помогает оценить, что Богу нравится. לאהוב אותו מכל ליבי. Любить его от всего сердца. כלומר, לתת את עצמי כולו לאלוהים. То есть отдать всего себя Богу. ולאהוב את Саша ואת השכנים שלי. И любить ближнего, например, Этана, своих соседей. טוב, אז מה אלוהים מחפש בנו? מה הוא רוצה? Так что Бог ищет в нас? Чего он хочет? עוד פעם, אנחנו מדברים על הלב. Снова мы говорим о сердце. ובספר דברי הימים ב' פרק 16 ופסוק 9 יש תשובה. Во второй книге Паралипоменон, 16 главе, 9 стихе есть ответ. כי אדוני עיניו משוטות בכל ארץ להתחזק אם לבבם שלם עליו. Вторая Паралипоменон, 16:9. Очи Господни видят всю землю. Он укрепляет тех, кто верен ему всем сердцем. אם אנחנו לוקחים את המילה הזאת שלם, если мы берем вот это слово всем сердцем, כי אלוהים אומר פה שהוא מחפש אלה עם לב שלם. Он ищет тех, кто верен ему всем сердцем, шалем, полным. כן, לב שלם זאת אומרת כל הלב. Это значит целиком сердце. כאילו שאין חלק בתוכי, שאני לא לכיוון של אלוהים.
Это значит, что нету в моем сердце такой части, которая не направлена в сторону Бога. Очевидно, это не маленькое и легкое дело. Потому что написано, что Бог ищет. Его глаза обозревают, ищут всю землю. Ну и где же этот человек? Шехалев шало шалем. Шекол халев за кивун шели. Чтобы его сердце, все сердце было в моем направлении. Аз анахну мамшихим. Итак, мы продолжаем. Лахшов ала хашивут шел халев. Размышлять о важности сердца. Шанахну миткровим лахагим. Когда мы приближаемся к праздникам. Афилу ше улай атем цофим это шидруим шелану ло бидюк безман хагим. Даже если вы смотрите наши передачи не совсем во время праздников, есть смысл для всего года. Есть еще место в Иеремии, которое говорится о Божьем сердце. И мы начали с этого понятия, что у Бога есть сердце. И Он создал нас по своему образу. То закономерно, что у Него есть сердце. И вот есть очень интересный отрывок. Ки медубар по ал хазаратейну леэрец Исраэл ахрей агалут. Здесь рассказывается о нашем возвращении в святую землю после рассеяния. Бог говорит, что Он даст нам единое сердце и один путь. И дальше Иеремия, 32 глава, 41 стих. «Всасти алейхем», זאת אומרת שאלוהים ישמח, «Састи алейхем להטיב אותם ונתתים בארץ הזאת באמת בכל ליבי ובכל נפשי. Всем сердцем моим, всей душой моей я буду радоваться им. Буду творить им благо, воистину насажу их на этой земле. אפשר לדמיין שאנחנו אפילו יושבים עם אלוהים. Можно себе представить, что мы даже сидим с Богом. האם אנחנו יכולים לראות אותו או לא, זה לא העניין. Можно мы его видеть или нет, это не в этом вопрос. אבל לפחות שאנחנו שומעים את הקול שלו מאוד קרוב. Ну, хотя бы мы слышим его голос очень близко. והוא מדבר איתנו. И он беседует с нами. והוא חולק איתנו את מחשבותיו של ליבו. Он делится с нами мыслями из своего сердца. והוא אומר, הנה, זה מה שחשוב לי. Он говорит, вот что мне важно. זה משהו בתוך ליבי שאני אביא אתכם בחזרה לארץ ישראל. Это то, что в моем сердце я хочу вас привести обратно в землю Израиля. ובתור אנשים שאנחנו באנו מהגלות. И как люди, которые вернулись из рассеяния. אני כמובן מארצות הברית וסאשה מברית המועצות לשעבר. Я из Штатов и Саша из Союза. אז זה באמת נוגע בנו. И это касается нас. זאת אומרת ש לא בדיוק כפי היוזמה שלנו, אבל כפי היוזמה של אלוהים, אנחנו חזרנו. Это не совсем была наша инициатива, но это была Божья инициатива, да, мы вернулись. והוא אומר פה, זה בליבי בנפשי. И он вот здесь вот говорит, это в моем сердце, в моей душе. אז לכל אחד מאיתנו זה לשמור על מצב הלב שלנו. Итак, каждый из нас обязан следить за состоянием своего сердца. כתוב במשלי, מכל משמר נצון ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. 23. Притчи, 4 глава, 23 стих. Оберегай свое сердце пуще сокровищ, потому что оно источник жизни. אז מביא אותנו לשאלה מאוד מעשית. И это нас возвращает к очень практичному вопросу. Эх, ани магив блиби ле мацавим йом-йомим.
как я реагирую своим сердцем на ежедневные ситуации. לכל אחד מאיתנו יש הפרעות ודברים שמרגיזים אותנו. У каждого из нас есть помехи, раздражители внешние. סליחה, אני יכול לפתוח מייל אחד במחשב שלי ופתאום מצב רוח שלי נופל. Извините, я могу открыть одно письмо у себя в компьютере, и сразу мое настроение падает. זה המבחן. И это экзамен. אז אני רוצה להתחזק בליבי. Я должен укрепить свое сердце. כפי הפרי הרוח של אלוהים. Как Божий плод духа, савленут, терпение, ходая, благодарность, ахава, любовь, радость ועוד ועוד, и остальные, ולהתקרב לאלוהים, и приближаться к Богу. בעצם הוא מבטיח לנו. И он в сущности обещает нам, אנחנו מסיימים בזה, это мы завершим, אם אנחנו נתקרב אליו, если мы приблизимся к нему, הוא יתקרב אלינו, он приблизится к нам. אז אלוהים, עזור לנו להתקרב אליך מכל ליבנו. Боже, помоги нам приблизиться к Тебе со всего сердца. אנחנו רוצים להתהלך בדרכך. Мы хотим ходить Твоим путем. תודה רבה. Большое спасибо.